Дагестанские вольники стали первыми в общекомандном зачете в подмосковном Раменском, где завершился чемпионат России по спортивной борьбе среди студентов. В копилке наших атлетов 4 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Чемпионами стали Магомед Магомаев, Магомед Хайбулаев, Шамиль Алибегов и Шамиль Гаджиалиев. Серебряная награда в активе Амара Зияудинова. Весовая категория до 86 килограммов. Бронзовые медали завоевали Шамиль Амаров и Магомед Алаев 74 килограмма, Шах Джаватханов и Заур Умалатов 79 килограммов. Напомним, чемпионы турнира завоевали путевки на чемпионат России по вольной борьбе 2022 и международные студенческие соревнования.